может это и не парк. Да. Попробуем так направо. Все равно в сторону магазина. Порш. Да, это ипподром. Ни лошадей, ни запах. Тут написано, что завтра в понедельник что-то будет. Хоть 500 йен. Или ставка 500 йен, я не поняла. Да, здесь лошадки. Без 5:05. Это мы в лесу, а не в городе. А, вот да, это он показывает на музее. Открыто только на субботу-воскресенье и национальные праздники. А отсюда год открыт. Музей приготовности. Мне кажется, мы тут. Так и написано, вы тут. Куда нам нужно? Сюда или сюда? Наверное, если к выходу, то вот по этой полоске, по этой линии так вот дальше. Пойдем так? Да. Я думаю, музей тебе не критикует, да? Нет. Ну да, я бы приписала сейчас музыкальные уже. А то выставки вещей мы уже видели, а музыки еще мало вообще. Ну или представление театральное. Но театральное мы не поймем. В кино можно сходить. На тот фильм про происходит. Потому что мы там знаем более-менее о чем говорят. Фильм знает, я не могу что-то изменить. Что? Могли изменить что-то? Конечно. Да, я уверен, что изменят. Сериал тут 26 серий, а тут 2,5 часа. По-любому что-то добавили. Ну, если только добавят что-то и уберут, но основная
суть будет такая же. И можно будет перешептываться весь фильм. Ну, вот в догадках. Ну сюда, если мантра уже закончилась, вот, например, вот таких титанов. Я не знаю, чем закончилось, потому что манга до сих пор идет. Но фильм уже снять так, как вот он закончился. Со своей идеей. Манге придется либо брать идеи из фильма, либо сделать что-то круче. Уже нет, потому что антагонисты отличаются. Я случайно посмотрела, кто антагонист манги. И поняла, что различие будет кардинальное. Ты не знаешь, есть ли манга на русском «Атака титанов»? Я думаю, есть. Такая прям бумажная, в магазинах. А, на английском? На русском. Нет. Да не здесь, а у нас. Да, вряд ли. Хотя, может быть, не знаю, что к тому. Там нужно будет много покупать тому. Давай почитаем, так? Вы знаете? Угу. Так, мы Наруто читали. Так, тоже можно. Давай, а тебя не будет бесить то, что я не вовремя пролистываю, или слишком долго жду? Нет. Или слишком быстро читаю? Нет. Наруто мы читали, было нормально. Ты как мне рассказала, про, напомнила про то, как мы читали Наруто, и мне захотелось лапши. А я уже до отъезда уже не захочу лапшу есть. Либо мне нужна такая лапша, чтобы не было много мяса. Прям как котлеты, пельмени, или вот все тут, все подряд, что было. Тогда да, я поем. Я была вообще такая, что мне раз в неделю, когда мы ели, только один кусок мяса, и мне было мало. Красивое здание. Да. А это здание было отмечено на карте. Ты резко повернулась и замахнулась кулаком? С ноги. Пять ровно. Думаю, часы бьют. Да. Красиво. У них зыкинское место, а? На камне сидят, на картинке. На теплом.
ковбой часов.